Это Таганская площадь, вон там театр на Таганке. Насколько я смотрел по навигатору, значит, Андроников монастырь, он в ту сторону куда-то. Так что пойдем. Значит, смотрите, что. Мне вчера брат сказал про Кеннеди, президента США, что он мучился от постоянных болей в спине после, в общем, военного ранения или чего-то. Ну, в общем, это у него постоянно болела спина, и при этом он сохранял вот тот внешний вид, по которому мы все его знаем. Просто я просто говорю как факт, который я узнал, что я бы хотел, чтобы канал был максимально полезен. Ну вот такая особенность. Вот опять плевок в виде сердечка. Ну что ж такое-то?